Голосовать впервые волнительно, и так хочется, чтобы этот день запомнился. Вот так впервые голосующий щелковец, житель микрорайона Жигалова, исполнил свой гражданский долг, а вместе с тем удивил и поднял настроение всем присутствующим. Для меня, можно сказать, это как праздник, поэтому вот я в таком виде сюда пришел. Я считаю, что каждый гражданин своей страны должен голосовать. Личность впервые голосующего была установлена по всем правилам. Свой истинный внешний вид парень продемонстрировал, после чего получил бюллетень, а также сладкий подарок по случаю первого голосования. Как отметила председатель участковой избирательной комиссии номер 3427, молодежь голосует активно. Избиратели голосуют активно. Много молодых людей, которые выражают свою гражданскую избирательную позицию. Избирательные участки в городском округе продолжают работу. Все идет в штатном режиме. Напоминаем, что в этом году выборы проходят в течение 3 дней – 8, 9 и 10 сентября. Вместе жители определяют будущее региона. Предстоит выбрать губернатора Московской области. Участки открываются ровно в 8 утра и завершают работу в 20:00. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.